Всем привет, с вами Артур, и сегодня необычное видео. Я решил проверить акцию от Букури. С 1 апреля у них стартовала акция, в которой можно выиграть 1 тысячу, 50 тысяч и даже 1 000 000 леев. Для этого нужно просто приобрести конфетки, которые были произведены после 1 апреля. Соответственно, в каждой коробке должен быть лотерейный билетик, на котором нужно стереть защитный слой и узнать, выиграл или нет. На эти конфеты я потратил 500 леев, шансов у меня немного, потому что здесь всего 6 коробок, но у меня есть челлендж для всех вас. Если под этим видео наберется 200 лайков за неделю, то я сниму вторую часть с проверкой данной акции, где я уже потрачу не 500, а 1000 леев. Ну что, поехали. Первая коробка — это Дореми. Честно, я не знаю, сколько это стоит, но я знаю, что я ездил за этими конфетами 2 раза в центральный магазин, который находится при фабрике, потому что в других магазинах этих конфет еще нет. То есть акция началась с 1 апреля. Первый раз я съездил в магазин 9 числа и взял там всего лишь 3 коробки. И сегодня у нас 13 апреля, и я поехал еще, взял 3 коробки. В других магазинах новых конфеточек от апреля еще нет. Вот так вот выглядит лотерейный билетик. Давайте я его пока положу, а сейчас попробую конфетку Дореми. Вкус этих конфет не меняется, так же, как и дизайн этой коробки в 22-м году. Но возьмите вы уже хорошего дизайнера, который сделает какой-то стилевый дизайн для того, чтобы это цепляло в магазинах. Потому что, когда ты проходишь, видишь этот дизайн и такой думаешь, ну нет, возьму я чего-нибудь другого. Теперь пришло время билетика, давайте стирать. Кто бы мог сомневаться? My Incharka. С другой стороны, здесь штрих-код, не знаю, что он означает и куда он ведет, потом проверим. Вторая коробочка — это вишня в шоколаде. Да, то же самое вот с этой оберточкой. Ну, можно уже дойти до вот этих вот язычков, за которые тянешь, снимается пленочка и намного удобнее случается. Еще один билетик, уже хорошо. Вишня в шоколаде. Что-то я не помню, чтобы я пробовал эти конфеты раньше. Я пробовал эти конфеты, и я также нарывался на косточки внутри. Никогда не забуду. Ой, как приторно. Но шоколад хороший. Второй билетик. Ничего другого я не ждал. My Incharka. Косточки. Хорошо, что не зубы. Третья коробка — это грильяж. Одни из моих самых любимых конфет на Букурии. Или от Букурии. Но вот грильяж стильнее смотрится, нежели вот эта вот вишенка. И вот особенно Дореми. Что-то типа такого. Там сделайте, будет красиво. Билетик. Когда грильяж свежий, он намного вкуснее и намного мягче. Потому что если ему полежать хотя бы недельку, то потом его не раскусить. И можно даже зубки поломать. Третий билет. Не знаю, зачем я вот так вот делаю, но, скорее всего, вы должны здесь видеть My Incharka. 3-0 в пользу Букурии. Следующее. Птичье молоко. Эти конфеты любят мои дети. Причем только от Букурии. Как-то мы брали птичье молоко, то ли украинское, то ли какое-то там белорусское, не помню. Они сказали, что оно невкусное, а вот птичье молоко молдавское. За здрасте. Так, вот он лотерейный билетик. Давайте сделаем по-другому. Сначала я сотру, а потом буду кушать. В очередной раз My Incharka. 4-0. И что же здесь? Шоколадом. У них до сих пор внутри печати ставят, кто запаковывал. Ну вот здесь тоже дизайн хороший. Даже с золотишком тиснение. Осталось еще 2 шанса, и это фаворит. Очень редко я их ел. Может быть, просто на каких-то мероприятиях. Тоже очень интересный дизайн. Пожалуйста, напишите в комментариях, кто эта женщина и кто этот мужчина. Билетик. Давайте наоборот. Что же здесь? Вкусненько, но лесной орех, такое ощущение, что сырой. Ну что? Стирать. My Incharka. Это самая любимая фраза всех, кто проводит какие-то розыгрыши у нас в Молдове. Не знаю, напишите в комментариях, сколько раз вы выигрывали в каких-то розыгрышах. Я, по-моему, выигрывал 2 или 3 раза за всю свою жизнь. Конфеты «Метеорит». Вот так вот они выглядят. Здесь почему-то нарисован коньяк, ракушки и конфетки. Где логика? Билетик. Последний, 6-й. Просто неземной вкус конфет. Понятно, это же метеорит. И, как всегда, есть вот эта горчинка от шкурки арахиса, который не пожаренный.
И вот, как всегда, остается где-то там за зубом далеко-далеко и оттуда сидит и горчит. То есть перебивает вкус шоколада. Вы съели, вроде бы насладились отлично, и вот эта вот шкурка там внутри, она сидит такая и дает вот это вот. Последний билетик, 6-й. Опа-опа-оп-оп. Так, а ну. Майнчарка. 6-0 в пользу Букурии. Пишите обязательно в комментарии, что мне сделать с этими конфетами. Если хотите, оставляйте контакты, приезжайте, забирайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Невыигрышных билетиков, но я напомню о том, что если вы набираете 200 лайков за неделю, я снимаю вторую часть с этой акции и трачу не 500 леев, а уже 1000. Не забываем про подписку на канал, а также о том, что каждый из вас может помочь развиваться этому каналу. Ссылки на донат Patreon, а также номер моей карточки находятся в описании. Всем пока!